Доброго здравия, други мои! Сегодня я хочу почтить память такого атлета, ныне незаслуженно забытого, как Константин Степанов. Константин Степанов в начале 20 века прославился своими подъемами гирь на попа, вверх дном, различными способами. Он был рекордсменом в подъеме гирь на попа, и одним из его рекордов был подъем двух-двухпудовых гирь, выжимание двух-двухпудовых гирь на попа на 15 повторений. А Гиншмидт выжимал на 11 повторений. Но я решил не жать гири на попа, потому что у меня правая рука до конца не сгибается, а левая сгибается, у меня получается в гирях разбалансировка. Я под видео оставлю ссылку на видео, где я поднимаю две гири по 40 с лишним килограмм и две гири по 38 килограмм на попа, на большое количество повторений, и там видно эта разбалансировка, к тому же у меня руки до конца не выгибаются, из-за травм тоже. И чтобы не возникало таких вопросов, что я неправильно жму, или я не дожимаю, или я не до конца опускаю, я решил не выжимать, а вырывать гири на попа на 15 повторений, тем самым почтив светлую память Константина Степанова. Сейчас я вам еще продемонстрирую для тех, кто поленится смотреть, как у меня получается жим на попа. То есть, видите, левая рука опускается ниже, правая уже не опускается. Выжимаю, опускаю. Выжимаю, опускаю. То есть, у многих это мое движение вызывает много вопросов. А вот рывок на попа, упражнение, наверное, даже более сложное для функционалки, чем жим, не будет вызывать вопросов. Итак, други мои, вырываем двух-двухпудовых царский гирь, примерно таких, которые вырывал Степанов, на попа на 15 повторений. Светлой памяти Константина Степанова посвящается. Тридцать три, 500. Гиря царская, она чуть тяжелее. Вторую гирю. Тридцать два, 500. И контрагруз. Тридцать два, 600. Сейчас вот эту гирю перевешу, она тяжелее. Сейчас, одну секундочку. Что-то и весы неровно стоят. Я же говорил, что она тяжелее. 33 200. Царские гири, они все чуть-чуть тяжелее. Будьте здравы, друзья мои.